Синхуай нардан, погнали по городам. Большой Хортостан, татар-татарстан. Я один такой стан, никому тебя не дам. И татарча, я кричу, что... Это кто? Здрасте. Здрасте. Пожалуйста, еще раз на площадку верните. Ребята, все на позициях. Ну, вам не укачало? Крепкие нервы. Ага! Прикольно, что это. Ну, реально. Тут, наверное, сейчас мы торопимся. Борис, только прямо вот от взлета до посадочки. В следующий раз я пришел, было сюда. В спокойное время. Так, ваша главная задача – ноги поставьте на педали. Педали не будет заедать. Что, прямо тут так? Да. Прикольно. Дамы и господа, наш полет проходит на высоте, пока еще на маленькой. Сколько метров? 200 метров? 200, 300 футов. 210 метров. Класс, у вас что-то показывает. Да, он через интернет общается с глобальной системой. Через глобальную систему можно даже загрузить какую-то, которую есть сейчас. Через какую-то станцию можно загрузить реальные ведь условия, которые вот сейчас присутствуют в 8 часов вечера. Никогда бы не думал, что Валерий Меладзе буду летать. Буду пилотировать. Я понимаю, это мы, может, летим в одном самолете. Мы ваши пассажиры. Можно, можно посчитать, сколько самолетов там стоит. На рулем стажер. Будут резкие движения там иногда, да. Тогда уже приземлимся. Можно между домами пойти? Стюардесса раздаст вам эти пакеты. А между домом? Пассажиры в ужасе, но живы. Все нормально. Нормально. Спасибо, мой кайф. Уважаемые курсанты, а можно с вами сфотографироваться? Спасибо, честное слово. Конечно. Ребята, вот так вот и мы развлекаемся за кулисами. Вот смотрите, какие мы все талантливые и классные. Подписывайтесь на канал и смотрите наши ролики. Да.